Всем привет, дорогие друзья, с вами Серах, и в сегодняшнем видео я вам покажу, как установить мод NFCJ Host for Android, новый дом CJ. Заходим вот такой сайт, на эту мод ссылка будет в описании. Вот галочка, видим дом фронт, нажимаем. Ждем. Вот у нас открылся. Вот теперь нажимаем Start Down Front. Видите? Вот нажимаем. Выбирает, какой вы хотите скачать браузер. Я буду скачать Chrome. Ждем загрузку. Как только у вас закачали файл, то выходим и заходим в Explorer. Ищем, где у вас скачанный файл. У меня лежит Down Front. Первый файл, видите, это у меня мод новый дом CJ. Нам надо распаковать, куда, как вам удобно. Пока что нам надо распаковать, я буду распаковать обратно Down Front. Вот у нас появилась новая папка, новый CJ дом. Вот видите, открываем эту папку. Вот теперь это Maps, видите, нам надо удерживать, переместить. Android, Data, com.rastergames, Files. Создаем папку Data. Если у кого-то есть папка, то не стоит создать папку. Вот у меня нету папки, я создаю. Data, открываем эту. И туда нам надо переместить на дату. Вот. Ну, в принципе, делается как на видео показано. То теперь выходим, заходим в GTA. Проверим, мод работает или нет. Для работы вам понадобится вот такой дом, наш старый дом CJ. Вот это вот. Ну, я думаю, что все знают, что за это дом. Вот, валя, вот видите, смотрите, здесь очень много чего-то изменился. Вот, вот деньги тоже лежит. А можно взять деньги? Что-то не получается. Нет, я думаю, что нельзя. Да, это дело для красоты, для нашего дома. Вот здесь всякие много чего-то изменился. Сейчас все это проверим. Вот это тоже тут появился. Компьютер. Подождите, а что, компьютер можно включить? Подождите, там какая-то галочка. А нет, это стримлок. Я думаю, это второй этаж будет. Нам здесь гантели можно будет накачать себе. Вот книги. Смотрите, как кухня выглядит. А играть можно. Да, играть тоже можно. Вот бармен тоже у нас появился как-то. Бармен. Да. Сок тоже можем пить, спрятать там. Проверим на второй этаж. У нас появились сейф и батарейки. Да, это очень прикольно. Если бы можно было там положить деньги на сейф, еще было бы прикольно. Это что, шабля что ли? Вот, наконец-то, наша комната, наш второй этаж. У нас есть груша и гантели. Как там, можно, ну, в принципе, батарейки всякие там много появился. Шкафчики. Баскетбольный мяч. А посмотрим, что там изменится в раздевалке. Ну да, как всегда, здесь все по-старому. Да. Вот все по-старому. Вот. Ну, много чего-то там изменился. Вот видим и сами там. Появились новые вазы, цветы. Вот здесь тоже есть деньги. Их тоже нельзя взять. Да. Ну, просто шикарный мод. У нас теперь новый дом, как вы видите. Если вам понравилось видео, то не забываем ставить лайк и подписаться на мой канал. Всем удачи, до свидания.